Привет, девчонки. Приветики, приветики. Привет. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Всем привет. Девочки, сегодня у нас с вами очень интересная тема. И что хочу сказать, она даже у нас... Как вам сказать, такая, наверное, очень полезная. Почему? Потому что я вам сегодня покажу и расскажу, как можно возродить свои материалы, если вдруг они у вас, умерли, скажем так. Что можно с ними делать? Потому что мы сейчас все хотим чего-то новенького, чего-то интересного. Мы сами тоже ищем что-то новое, чтобы выпустить для вас. Но пока я поделюсь с вами такими лайфхаками, да, как сделать, как вам родить новый материал, скажем так. Так, ну что, вы знаете, у нас сейчас, вы знаете, что проходят акции какие-то, да, у нас много акций, вы можете их посмотреть у нас на сайте, задать вопросы своим менеджерам. Кстати, вчера были в Москве на семинаре. Девочки, всем огромное спасибо, кто был у нас на семинаре. Вы все такие классные, такие позитивные, такие крутые, со всеми познакомились, узнала я от вас много полезного, вы от меня много полезного. Конечно же, будем с вами еще встречаться, да, следующий семинар у нас уже будет проходить в городе Тула, в нашем городе, в пятницу, поэтому мы вас всех ждем, будем рады видеть. Если другие города, 14-15 февраля у нас будет проходить семинар в Воронеже, так как у нас реально очень круто, у нас очень клевые семинары. И поэтому, если вы находитесь в Воронеже или в области, мы вас очень ждем в эти два дня, какие вы можете себе выделить. Много очень желающих, поэтому, честно, в один день не умещаемся, решили разделить его на два дня. Поэтому два дня, либо 14, либо 15 февраля, пожалуйста, выбирайте и приходите. Будем рады вас очень видеть. Так, ну что, теперь начнем. Вы знаете, если честно, у меня тоже есть такой коллега, друг Евгений. И он говорит: слушайте, Наташ, у меня гель Юки. Вы же знаете, да, вы видели уже у нас, там мы выставляли гель Юки. Этот наикрутейший материал, ребят. Это просто бомба-пушка, и я не знаю, почему все про него подзабыли. До такой степени вы можете из него много всего интересного сделать и придумать. Но мы сейчас с вами, я вам сейчас начну показывать, да, вы увидите это. Сейчас давайте переверну камеру, чтобы вы это все видели уже поближе. Так, давайте переворачиваю. Сейчас я это сделаю вот так. Так. Не знаю, будет видно, не будет, чтоб не засвечивало. Так, сейчас я вот так вот. Что это такое? Может быть, так будет лучше видно. Сейчас, девчонки, я настрою камеру, чтобы это было вам хорошо все видно. Блин, нет, засвечивается, к сожалению. До такой степени они клевые и блестящие. Смотрите, как они мерцают. Сейчас вот так вот уберу. Вот вы обратите внимание, что это можно, во-первых, вы можете наносить его на разные подложки. Будет это, знаете, как юки-хамелеоны. Юки-хамелеоны, и они уходят в разные оттенки. Разные оттенки. Да, сейчас я вам покажу вот такой вот номер 5. Блин, как бы нам так сделать, чтобы вам было всем все хорошо видно. Во. Отлично видно. Вот смотрите, есть такой вот номер 5 юки. Очень красивый цвет. Очень красивый цвет. Вот так, чтобы не бликовало. Затем номер 1. Потрясающий. И знаете, в чем их большой плюс? Они не будут выпирать из ваших покрытий. Они не будут, как говорится, торчать. Они очень мягенькие. Вы можете ими либо просто покрывать ноготочки. Сейчас я... Так. Вы либо их можете просто даже вот брать и наносить в тонкий слой. Видите, они наносятся очень тонко.
блин, бликуют. Но очень тонко, при этом они не топорщатся в разные стороны. Не топорщатся, поэтому сейчас очень не видно на белом. Я сейчас, знаете, что сделаю? Беру черную подложку, попробую сделать вам это на белом фоне. У меня тут есть еще листик бумаги. Мы сейчас сделаем на белом. Может быть, будет лучше видно. Потому что, видите, бликует. Бликует. Ну-ка. О, так намного лучше. Вот, смотрите, теперь видно прям вообще всю-всю-всю красоту. Вот эту. Это Юки. Это Юки. И вы знаете, почему вообще пришла я к этому эфиру, я вам объясню. У меня тоже стояли Юки, и вы не поверите, с ними произошел вот такой казус. Видите? Они у меня просто взяли и засохли. И у вас есть такой материал, который засыхает. Но вы знаете, мне до такой степени нравится этот продукт, и я, как говорится, не отчаиваюсь. Давайте я вам сразу еще все номер 4, все цвета покажу. Номер 5. Номер 5. Вот такой вот. Вот у меня как раз засохли Юки номер 5. Что я делаю? Что я делаю? Вы можете себе... Вы вечно знаете, для ваших клиентов вы ищете что-то новое. Что-то новое, поэтому что я буду делать сейчас? Я возьму базу. Я возьму базу. Вы можете взять любую базу. Я возьму... Вот давайте мы возьмем с вами молочку. Молочную базу я беру. Это у меня база Альянс молочная. Вот сюда ставлю каплю. Посмотрите, по соотношению с самой бумагой, она холодная, очень-очень красивая. Вот такая. Так, давайте теперь возьму розовую базу. Это база Superflex Cover Pink. Это каучуковая база. Девчонки, тоже такой, видите? Холодный розовый оттенок на ногтях смотрится очень красиво. А мы сейчас с вами красоты наделаем. Давайте еще. И теперь возьму вот эти Юки, да, пускай они у меня даже чуть-чуть подсохли. У меня Юки номер 5. Я возьму и немного подмешаю. Несмотря, что они высохли. Вот видите, они такие высохшие, кажутся такие хлопья, прям ужасные. Девочки, вы их замешиваете сюда в базу. И у вас база потрясающего оттенка. С хлопушками Юки, которые блестят и переливаются. Вы же ищете базу с хлопьями. Клиенты ваши хотят базу с хлопьями. И здесь вы как раз можете... Смотрите, какая красота получается. Сейчас еще один возьму. Так, и сюда в розовую подмешаю. Видите, вроде взяла большой кусок, но, конечно же, вот здесь, в этой базе, она будет очень здорово у меня смотреться. Розовый, а он кусочек раз и разбивается идеальненько. Вот таким образом. Дальше, смотрите, еще сейчас покажу вам. Теперь что мы делаем? Если есть вопросы, конечно, можете задавать. А, давайте поближе вам покажу. Видите, какая красота? Вот такая база у вас получается, девочки. Просто бомба-пушка. Если вы, например, хотите, ну, прозрачные, девочки, это понятно, что берем прозрачку. Сейчас я вам намешаю тоже как раз. Вы сейчас прозрачной увидите всю красоту этого продукта. Потому что я вообще сама люблю что-то такое нежненькое, нюдовое. Так, возьму прозрачку. И еще сейчас я возьму тоже молочную базу. Возьму молочку. И еще вот сюда еще капельку молочечки капну. Теперь что я делаю? Тоже так же беру Юки, пускай... Вот смотрите, а есть у нас еще Юки, а у нас сейчас еще есть HD Юки. Девчонки, я не знаю, почему вы не смотрите, не покупаете, ну как, ну покупаете, понятно, этот продукт, но посмотрите, какой вы можете красоты наделать. Это база. Все, вы можете в любую свою жесткую базу добавить, в рабер базу добавить Юки и сделать себе целую кучу вот такой вот красоты.
Смотрите, поближе сейчас покажу вам. Вот такая красота, вот такие базы у вас могут получиться. А вот в эту я еще даже могу добавить. Давайте, вот, ну, хочет у меня, например, клиент. Ну, вот одна у меня клиентка ненормальная, которая хочет именно какой-то голубой оттенок. Я беру Бон Пари номер 14. Бон Пари номер 14. И просто замешиваю в базу. Девчонки, Бон Пари — это чистые оттенки. И если вы намешаете, она у вас будет идеально просыхать. Идеально у вас просохнет. Поэтому витражи подмешиваете в молочные свои базы, и у вас будет красота. Теперь что я делаю? Я могу сюда подмешать юки. Но вдруг у меня клиент не хочет столько много блеска. Девочки, только для вас. У нас есть эта жидкая втирка HD юки. Видите, какой мелкий-мелкий пигмент. Вы его можете использовать для разных рисовашек, для дизайнов. Но вы также можете себе и сделать, знаете, как втирку, именно в базу вмешать. Ну все, это вообще прям вот любовь любовная сейчас получится. И у вас будет, если HD-юки вы замешаете в молочную базу, и те клиенты, которые у вас не любят сильный блеск, вы знаете, мне блеска много не бывает, мне всегда его мало. Да, я сейчас его вот сюда вот замешаю. Посмотрите, какой клевый пигмент получился. База, просто глаз не оторвать. И когда, вы знаете, у нас спрашиваете, Наташа, есть у вас там голубая база, есть у вас там зеленая, девчонки, возьмите витражи, просто подмешайте в любые ваши базы, и у вас будет вот такая красотень. Вот в целую кучу баз я вам наделала. Давайте сделаем еще, у меня есть очень красивый тоже зеленый Бон Пари, что у меня здесь рядышком стоит. Мы сейчас с вами сделаем Бон Пари. У меня вот номер 5. Есть рядом со мной стоит, и еще пока больше все рядышком ничего у меня не стоит. А вот еще номер 7. Номер 7 это что? А есть вот такой, смотрите, номер 7. Когда вы добавляете, у вас же тоже есть какие-то кислотные такие, знаете, оттенки витражей, тоже будет очень и очень красиво. Так, смотрим дальше, давайте погнали. Вот сюда я и вот сюда каплю поставлю. Сейчас мы с вами тоже здесь сделаем. Я беру Бон Пари номер 7, капаю вот сюда капельку. И беру зелененький Бон Пари номер 5. Тоже сюда ставлю каплю. Девчонки, здесь самое важное не переборщить. Есть такие, кто не любит. Не знаю. Может быть, и есть кто такой, знаете, кто не любит. Вот смотрите, вы просите все плотные базы цветные. Девочки, вы чуть побольше капните витражика. И у вас, посмотрите, какая прелесть получается. Так, и зелененький давайте с вами сделаем зеленую базу. А зеленая вообще получается очень красивая. Сейчас, знаете, такой изумрудный оттенок. Все просят, все любят. Вот, пожалуйста, вы можете это сделать с Бон Пари номер 5. Такой красивый. И также сюда мы давайте добавим в одну, мы давай добавим с вами юки прям капельку. Вы можете даже, я вот, например, сюда добавлю, давайте. И обратите внимание, что юки и HD юки, они все равно блестят в базе. Они, знаете, бывает такое, что ну, пигмент, он как-то, ну, не блестит в цветниках. Здесь абсолютно все по-другому. Потому что именно помол продукта таков, что он блестит, даже если вы его подмешиваете куда-то в цветное во что-то. Посмотрите, как это красиво. Посмотрите, как это красиво и здорово получается.
И вот смотрите, я взяла всего лишь одну молочную базу, да. Ну, здесь у меня прозрачная, здесь у меня розовая. В розовую мы, конечно, мы тоже можем подмешать. И какой-то продукт, ну, я вам, вот знаете, у вас у всех есть. Вы мне спрашивали, Наташа, как нам работать, да, гелем юки, как нам работать там HD-юками. HD-юки, да, это вообще просто любовь любовная. Вы можете, это как, это втирка, которая будет держаться на ваших ногтях, не нужно ее перекрывать, ну, к примеру, никакими базами, да, там, запиливать торец, перекрывать его праймером. Вы сразу можете его просто как цвет наносить, причем еще, знаете, что хочу сказать, если нанести на черный цвет, это же втирка, да, вы знаете, что втирки на разные оттенки, на разных оттенках смотрятся по-разному. Вот смотрите, она у меня на белом белая, на черном уже будет такой, ну, как это, втирка тоже, хамелеон, как, кто там называет, как это, хвост единорога, там, хвост русалки, глаз единорога, не знаю. Здесь уже, говорю, смотря на какой оттенок вы это нанесете, он у вас такой будет. Вот. Я сегодня прям вот максимально, так, сейчас переверну камеру на себя. Я просто, знаете, боюсь, у меня перегревается телефон, и трансляция слетает. Чтобы такого не произошло и не случилось, я эту трансляцию оставлю. Вы можете ее пересмотреть, но я думаю, вы запомнили. Потому что все мастера, которые как смотрят, фишечка раз уловил, фишечка два уловил. Потом как-то это использовал в своей работе. В пятницу мы вас ждем, кто хочет, приходит там на семинар в Тулу. Ну, будем тоже вести трансляцию, посмотреть, как у нас вообще все это проходит. 14 февраля у нас будет город Воронеж. И, по-моему, не помню, какого числа у нас будет тоже семинар в Самаре. Кто Самара и Самарская область, вы пишите, мы вас сориентируем и по дате, и по времени, и где все это будет проходить. Ребят, мы вообще готовы приехать в ваш город с семинаром. Напишите, вот кто здесь, из каких городов. Напишите, хотели бы, чтобы мы в вашем городе провели семинар по Ника Наги. Я только за. Мы соберемся, мы очень легкие на подъем, мы соберемся и приедем. Также проведем бы, ну, если, понимаете, я знаю, что есть такие люди, которым... Ну, есть такие города, в которых вообще такие мероприятия не проходят, а вы этого хотите. Вы этого хотите, вы такой вот, знаете, вы и, ну, вы знаете своих коллег, своих подруг, которые тоже этого хотят. Может быть, вы можете также писать здесь, как говорится, мы приедем, легкие на подъем, познакомимся, увидимся, будем очень рады со всеми познакомиться. Так что, так, ну, пока никого у нас... Таких нет, все боятся, что мы приедем в ваш город. Не бойтесь, мы только рады будем. Вот. Питер. Вы знаете, Питер у нас прям вот уже прям Питер хотим. Хотим в Питер, Настя. Хотим в Питер. Поэтому, да, Питер мы рассматриваем, честно. Ничего не хочу сказать. Так что, здравствуйте, Казань. Раньше приходили. Да, раньше в Казань приезжали, согласна. Да, Казань тоже, кстати. Пока вот еще не думали про Казань, но тоже надо подумать. Да, да. Спасибо вам, девчонки, за обратную связь. Очень, знаете, очень классно, когда вы даете обратную связь. Ну, потому что хоть я понимаю, что разговариваю не просто сама с собой в телефоне. Вот. Ну что, всем огромное спасибо, что вы были у меня в трансляции, девчонки. До следующей недельки. Пока-пока-пока-пока.